Добрый день, ребят. Хочу сказать пару слов о болгарке и о перфораторе Макета. Одним аккумулятором, и он еще не сдох. Мы пропилили вот этот кусок, тот кусок, и тут еще два куска. И мы пропилили вот этой маленькой болгаркой и отбили вот этим перфоратором. Аккумуляторы еще... Они не разряжены, они очень хорошие. Сейчас посмотрим еще, если выдержит и второй этаж. Дайте я покажу, что мы, у нас получилось. Вот мы это пропилили. И этот кусок. И аккумулятор еще хороший.